Эту старинную машинку для приготовления карамели Монпансье нашли в котловане во время строительных работ на месте здания филармонии. Аппарат сделали в Германии приблизительно в конце 19 века. В то время производство небольших конфет было массовым. Пластину из карамели помещали между двух валиков и получали маленькие карамельки различной формы. Машинка сохранилась практически в идеальном состоянии, правда, были утеряны некоторые детали. Если для нее сейчас изготовить специальную ручку, то можно вполне продолжить готовить маленькие леденцы. Эта машинка – первый экспонат выставки «13 открытий». В течение года каждый месяц в музее «Модерна» из хранилища будут доставать редкие вещи. Так самарцы смогут познакомиться с уникальными экспонатами, которые ранее еще не показывали широкой публике. Таких вещей достаточно много. Многие не выставлялись, многие выставлялись очень давно, что-то из новых закупок. И когда вот есть одна уникальная вещь, но около нее целой выставки не выстроишь, такие выставки, выставки одного экспоната достаточно полезны. Они помогают показать интересные, важные предметы, может быть, в чем-то даже уникальные. Посмотреть уникальную машинку для приготовления карамели можно до конца января. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».